измеритель сопротивления заземляющих устройств ИС-05, производство компании «Радиосервис». Прибор предназначен для измерения сопротивления элементов заземления по двух- и трехпроводному методу, а также для измерения амплитудного значения напряжения переменного тока. Диапазон измерения сопротивления от 0,01 Ом до 10 кОм. И измерение напряжения от 1 вольта до 300 вольт амплитудного значения. Питание осуществляется от 5 пальчиков батареек типа АА. В комплекте прибора имеется батарейный отсек с 5 пальчиками батарейками. Чтобы подключить батарейный отсек, нужно открутить 4 винта. Подключение производим до щелчка. Также вы можете использовать вместо обычных батареек аккумулятор номинальным напряжением 1,2 вольта в количестве 5 штук. Время готовности после включения прибора не более 3 секунд. При неиспользовании прибора в течение 2 минут происходит автоматическое его отключение. Сейчас будем измерять сопротивление данного контура. Для этого забиваем два штыря перпендикулярно нашему контуру заземления в одну линию. Потенциальный штырь, который ближе к нам, и самый дальний токовый. В комплекте есть две катушки по 20 метров с красным и синим проводом. Для того, чтобы провод не мешал при разматывании катушки, мы его временно подключаем вот сюда. После разматывания катушки подключаем клемник под разъем банан в торец штыря. Перед началом проведения измерения можно провести корректировку нуля. Для этого берем измерительный кабель, подключаем в токовое гнездо и в потенциальное. На выбранном трехпроводном режиме нажимаем и удерживаем более 2 секунд кнопку измерения. Сейчас 0,03 Ома не будет учитываться в процессе измерения. Перед тем, как подключить прибор к контуру заземления, его нужно зачистить от ржавчины. После этого подключаем прибор. Либо можете приобрести дополнительный аксессуар струбцина, где зачистка не требуется, так как острый наконечник струбцина надежно прокалывает окисью. Подключаем токовый и потенциальный штырь и подключаем контур заземления. При выбранном трехпроводном режиме нажимаем на кнопку измерения. Базовый комплект поставки входит сумка, измерительный прибор, батарейный отсек, 5 сменных элементов питания типа АА, 1,5 вольта, 5 штук, 2 катушки по 20 метров, синяя и красная, зеленый кабель 1,5 метра и зеленый крокодил. В дополнительный комплект поставки входит 2 штыря из нержавеющей стали по 1 метру в длину, кабель 1,5 метра и струбцина.